В омском велотреке с 24 по 27 ноября прошли поединки 4-го тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги А. В своем стартовом матче спортсменки АМИ сразились с командой «Динамо Анапа». Поддержать наших девушек пришли губернатор региона Александр Бурков, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и его первый заместитель Иван Колесник и более 400 болельщиков. Волейболистки АМИ отлично начали матч. Уверенно за счет качественной игры на приеме и блоке выиграли первую партию, а затем в упорной борьбе продемонстрировали слаженные командные действия и развили успех. 2-0. Блок полностью был наш, защита была наша. Все, нападение. Он был в шаге от победы, но дожать соперниц не получилось. Волейболистки из Краснодарского края проявили характер, сравняли счет по партиям, а в решающем сете сумели вырвать победу со счетом 2-3. В 3-4 партии мы ставили двойной блок на забег, поскольку поняли, что основная комбинация соперника играется через центрального. Потом стали держать больше своей подачи и направлять ее в игроков, которые нам говорит тренер. Также стала у нас связка больше распасовывать по игрокам. Больше мы заигрывали с центром. Поэтому, мне кажется, игра стала быстрее и четче. По завершении матча губернатор Омской области Александр Бурков вручил призы лучшим игрокам. В составе гостей награду получила Анастасия Галихина, в нашей команде Анастасия Лукина. Второй поединок соперников завершился победой АМИ со счетом 3-1. В двух матчах с лидером турнира Череповецкой-Северянкой овечки уступили 0-3 и 1-3.